Отросли усы, разбухло лицо. Алла Пугачева ужаснула новой внешностью. Пластические хирурги уже бессильны. Пластический хирург раскрыл правду о новом лице Аллы Пугачевой. С начала января поклонники Аллы Пугачевой не успевают отслеживать изменения в ее внешности. На одних фотографиях 70-летняя певица выглядит больше похожей на свою дочь Кристину Арбакайте. На других – на тюнингованную подругу Лайну Вайкуле. Первый раз обновленное лицо Примадонны оценили во время празднования юбилея Игоря Николаева. Гости отметили, что у Аллы Борисовны изменился овал лица, и невероятным образом исчезли все морщины. Вряд ли Пугачева знает адрес секретного рынка, где продают молодильные яблочки. Что это тогда за загадочная история Бенджамина Баттона? «Люди добрые, я старею, и достаточно резко, организм дает бой», — говорила Алла всего год назад, когда ее, напротив, обвиняли в потухшем взгляде и уставшем виде. «Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей. Желаю вам счастья и долгих лет жизни. Не старейте подольше ни душой, ни телом. Отправляйте свой яд и злобу на борьбу с проблемами, более важными, чем мое старение и немощь. Я все равно последние дни в своей жизни буду думать о детях и о вас, которые своими аплодисментами делали мою жизнь насыщенной и прекрасной. Услышьте меня и поймите с одного раза. Живем дальше». Сегодня наоборот, Пугачева засыпает комплиментами и удивляется ее чудесному омоложению. 7 дней Ру пытался докопаться до истины в разговоре с московским пластическим хирургом Лейлой Эприкан. Сейчас век интернет-технологий. В первую очередь стоит обратить внимание на так называемые фильтры и маски в Инстаграм, а не подозревать сразу человека в том, что он побывал у хирурга, говорит доктор, глядя на данные фотографии Аллы Пугачевой. С помощью всех этих функций сейчас можно нарисовать любое лицо. Чтобы достоверно сказать, было ли здесь хирургическое вмешательство, конечно, надо видеть снимки в первоначальном виде. Скорее всего, певица прошла курс массажей лица. Их сейчас великое множество, и с их помощью можно очень эффективно скорректировать форму. Ложиться под нож совершенно не обязательно. Кроме того, Алла Борисовна, возможно, проколола курс витамина. Это прекрасно разглаживает морщины, по крайней мере, не глубокие. Если же она все-таки решится на какую-либо операцию, то могу сказать вот что. У многих вызывает опасения возраст пациента. Если ему, допустим, за 60, имеет значение не физиологический возраст, а общее состояние организма. Если оно допускает возможность хирургического вмешательства, то нет никаких препятствий.